Доброго дня. Перед відео я хочу сказати, що відео на російській мові. Я розмовляю російською мовою, бо я народилася і жила в російськомовній часті України, у Мелітополі, Запорізька область. І все життя ми розмовляли російською мовою або суржиком. Суржик – це російська мова між російською і українською. У нас дуже багато своїх слів, смішних слів, висловів. Ну, такий розговор, який ні українська, ні російська. І мені легше говорити російською. Якщо я почну говорити українською, якщо я буду говорити українською, а вот этих вот о чём я говорю, хочу говорити о своїй болезни, о своїй житті, о проблемах, то это будут постоянные заикания, мне будет долго искать слова, а мне и так нелегко из-за моей болезни все это делать, рассказывать, говорить. Вообще решиться снимать видео и все это. Поэтому я буду снимать видео на русском языке, потому как считаю, что мне нравится говорить на украинском, и мне очень нравится украинский язык. Я учила в школе украинский язык, хотя он у нас был не обязателен. У нас в школе в Мелітополі украинский язык учили только те, кто хотел. Кто не хотел, у них это время было или свободное, или чем-то там они, короче, занимались. А кто хотел, то есть нас было совсем немного человек, у нас были уроки украинского. Вот. Поэтому я считала, что у меня украинцы, бабушка и дедушка, мама белорусская. Вот, но я должна учить украинский язык, и он мне очень нравился. У нас была очень хорошая учительница в возрасте. Она была такая вот, ну не знаю, нравился мне этот человек. И я всегда читала очень свободно и читаю. На украинском я даже могу не заметить, на каком языке эта книга. На украинском, на русском или на испанском. То есть мне спросят, ой, на каком, вот скажу, я такую книгу читала, классная, или статью, а на каком языке? Я задумаюсь, потому что я, то есть не обращаю внимания, на каком языке. Читаю я одинаково на всех языках этих. Вот. Но видео я буду записывать на русском, потому что мне и так трудно, и если еще будут все эти постоянные заикания, вообще никто не будет смотреть, никому это будет неинтересно. А мне все-таки хотелось бы, чтобы кто-то посмотрел и с кем-то через это пообщаться, услышать мнение людей, услышать, может быть, советы, или, может быть, я кому-то что-то объясню, посоветую. У меня очень много опыта, через что я прошла с моей этой болезнью. Тревожностью, депрессией, расстройство личности. Вот. Пограничное расстройство личности, что мне ставили. Мне еще ставили диагнозы, но в конце концов остановилась на том, что это вот так хроническая тревожность, очень сильная депрессия. Майор это какая... Органическая, наверное, или как она называется, не знаю. И пограничное расстройство личности. Пограничное расстройство мне ставили еще в Украине, то есть предупреждали родители, что если они не будут заниматься мной, или если я не буду отдыхать и заботиться о своем здоровье, то из-за этого пограничного невроза, у нас это назывался пограничный невроз, у меня может ухудшиться состояние и перейти в психоз, и, то есть тогда я уже буду психиатрическим больным. Вот. Но родители настаивали на том, что мне нужно учиться дальше. Я училась, я была очень ответственным человеком, перфекционистом. И, в общем-то, все ухудшилось, намного ухудшилось. И после этого вот мне пришлось искать выходы, искать лечение, искать понимание, потому что у нас тогда в то время, это были 90-е годы, конец 80-х, 90-е годы, в психиатрии был полный ноль, и в психотерапии тоже, ни психологов, ничего, особенно в небольших городках, таких как Мелитополь. Вот. И, в общем-то, куда бы я ни шла, все было очень печально и очень... Не было выходов. Лекарства, антидепрессанты, которые мне предлагали, были с очень большими, очень сильными побочными действиями. Я их принимала.
были очень сильные побочные действия. И плюс, когда было совсем плохо, то есть вместо того, что невролептики здесь мне сказали, что они мне не нужны, наоборот, когда я сказала, нет, мне нужно, мне это, они сказали, ты знаешь, какие у них побочные действия, зачем? Тебе нет показаний для приема невролептиков, а в Украине меня закололи невролептиками, и очень сильными, такими как аминозин. Вы представляете? Вот, может быть, поэтому здоровье ухудшилось, именно когнитивные способности, и все именно из-за этого, потому что долгое время меня просто закалывали и поили сильными нейролептиками, тяжелыми. Сейчас, может, есть получше, а тогда там были только эти тяжелые нейролептики, как аминозин, это пирозин. И вот это то, что мне приходилось принимать. И это вот повлияло на то, что ухудшились многие функции. Поэтому это даже не от того заболевания. Может, оно у меня и не было бы до такой степени, вот это все мое состояние, если бы не те годы в Украине, которые я искала лечение, а лечение, которое мне предлагали, было только вот таким. И из-за этих препаратов мое состояние ухудшилось, и ну, уже не улучшится, как я не пыталась, я думала, я что-то, поэтому я уехала в Испанию, я искала, я думала, что здесь все это лечится, здесь они меня вылечат, но или это не лечится, или было уже поздно, но зато я научилась жить с этим, после того, как я несколько раз побыла в больнице, или уже после первого раза, меня отправили в дневной стационар. Туда я ходила 9 месяцев. Сначала предлагали каждый день с 9 до 4. Ну, как на работу ходишь. Потом, например, оставляют 3 дня в неделю, потом 2 дня в неделю, потом могут оставить 1 день в неделю. Вот, смотря на твое состояние. Сначала я этого не принимала, потому что мне это казалось, да, оно не помогает. Это такой... Ну, я ходила по необходимости, потому что врачи сказали, нужно ходить, и вот я ответственно, я ходила, потому что работать я не могла, нужно было пить препараты, чтобы вылечиться. Скажу, вот я это прошла, а мне не помогло, что еще вы можете мне предложить? Может, какую-то операцию с вживлением каких-нибудь электродов? Я была согласна на все. В Украине мне тогда хотели делать инсулиновый шок. То есть электрошок, я не знаю, делали еще тогда, но инсулиновый шок делали. В последний момент я упросила, чтобы мама поговорила, чтобы мне этого не делали. То есть меня уже готовили, уже проверили действие сахара, глюкозы, все, и меня уже к этому готовили. Но я увидела, как одной пациентке это делали, так испугалась. Прям в палате это все делали. И упрашивала, что и мама упросила врачей, чтобы они мне этого не делали. Но я читала, что типа новые методики вживляют электроды. Я была готова на все, чтобы только я смогла жить нормальной жизнью, чтобы я стала нормальным человеком, чтобы у меня исчез этот обсессивно-компульсивный синдром, вот еще депрессия, вот это вот когнитивные ограничения, которые у меня появились, трудность сосредоточиться, не могла, например, читать книгу или долго думать над чем-то, мне становилось... Ну, в общем, много ограничений. Я хотела настолько стать опять нормальным человеком, как я была до этого, что я была готова на все, на любую операцию. Я говорила, что, пожалуйста, может быть, какие-то экспериментальные операции, я согласна. Но они мне говорили, да нет, здесь... Ну, в общем, ходила я в дневной госпиталь. И со временем я поняла, что это мне помогло. Потому что там я очень многому научилась, научилась принимать эту болезнь, научилась жить с ней, научилась не стесняться настолько людей. Увидела, что есть много людей, как я, и здесь их принимают. Потому что до этого для меня выйти самой на улицу и пойти в кафе выпить чашку кофе самой, для меня это было как казнь. Я очень стеснялась, мне казалось, что на меня все смотрят, у меня было, ну, в общем, это я не жила, вот как бы все думала о том, что думают люди, о том, как они меня видят. А это я начала учиться, и я стала выходить сама, пить чашку кофе, что-то делать, все. Ну, в общем, после этого я начала потихонечку принимать то, что излечиться я не излечусь, но подобрав препараты, я могу чувствовать себя лучше, надеялась, что дальше опять смогу учиться и работать, ну и более-менее нормально жить. Ну, уже дальше в следующей серии. Пока-пока.